Вот идут. У твоего сына мощные легкие. Сколько? У него бургер и картошка. Что делать, когда придет малыш? Как мы оплатим? Может быть, как раньше, обойдемся или снова затянем? О, нам стоит волноваться. Это шутка. Лучше сделать дом пожаробезопасным. Сделай сейчас. Молимся. Папа. Пока мы вместе, будем в порядке. Как мне сказать им уйти? Мы не спасем всех. Нужно, чтобы вытащить мою семью из беды.